Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил с днем рождения Цуцу Коговну Дагужиеву, которой исполнился 101 год. Труженица тыла своим самоотверженным трудом внесла неоценимый вклад в великую победу. Память о военных годах и героическом подвиге советского народа Цуца Коговна передает из поколения в поколение. У нашего дорогого ветерана большая и очень дружная семья. 6 детей, 15 внуков, 30 правнуков и 1 праправнук. Искренне поздравляю Цуцу Дагужиеву и желаю крепкого здоровья, счастливых лет жизни в окружении родных и близких. Огромное спасибо за ваш трудовой подвиг и достойный жизненный путь, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова.